Привет. Посмотрела тут немножко практику моделирования этого канала. Что-то мне не особо как бы зашло, я думаю. Дай-ка я сам что-нибудь такое сделаю. Попрактикуюсь, так сказать. Восьмизарядный барабан у него. Возьми зарядный барабан. Зарядный барабан. Диаметр револьвера. Диаметр барабана револьвера. Зарядный. И зарядный. О, вот же эта штука. Зарядный и вырезать его. Барабан. Так, ладно, начнем. Патрон. Так, патрон 9 миллиметров. ПМ 9 на 18. Нет, неправильно. Радиус надо еще разделить на 2.
Понял, почему так. Not ticks. Примерно прикину сейчас это, как пуля выглядит, будет. Центр. Ой, что-то я пронул.
короче, добавлять. Вот так. Вот наш барабанчик. Барабанчик. Девять на 18. Девять девяносто пять. Блин, а чем она удерживается тогда? Гильза-то. Гильза. Ладно, пофиг, сделаю, короче, я немного удерживаю вот эту штуку больше. Чтобы она типа удерживалась. Текст. Вот. Теперь. На всякий случай все это скопирую. Забэкаплю, так сказать. Цилиндр.
Оформить. Да, как-то контрплюс. Ой. Action, да, Shift R. Через одну вот как выбрать-то. А, вот, Ctrl-Shift-плюс. Так, 360 надо разделить на сколько? На 8, что ли? На 8. Так, 45 пополам, 22,5. Вот, 22,5. Вот так вот. Ctrl минус.
островов. Так, да, попробуем, сейчас сделаем. Вот он дело. Было. Не, было, не работает. Apply. Я что-то не то сделал. Полетел. Ладно, где-то половину удалил. Faces.
Ну-ка посмотрим, как оно собдивится. Ой-ой-ой. Так даже лучше, наверное. Да, шейдинг вроде ничего получился.
Цилиндр. Да, какая-то хрень получилась. Короче, чтобы там сделать что-то дальше, уже надо эту штуку превращать в mesh и редактировать дальше. Но основная форма, как бы, вот она есть. Вот.